План работ на предстоящую неделю обсудили на общегородском совещании в Химках. Особое внимание строительству и капремонту социальных объектов. Так продолжается реконструкция детского сада номер 5 «Радуга», дошкольного отделения 7-го лицея и здания 23-й гимназии, а также клуба дополнительного образования «Созвездие». Капитальный ремонт ДТ «Созвездие». Здесь, как вы помните, у нас вообще были крайне амбициозные задачи. Мы проводим капитальный ремонт за 4 месяца. Это абсолютный рекорд Мурманской области. Масштабный объем работ запланирован и в сфере ЖКХ. На следующей неделе обновят кровлю и фасад, заменят лифты и систему коммуникации сразу на нескольких адресах в Химках. В этом году капремонт проведут в 134 домах. Продолжается и преображение подъездов. Уже приступили по 8 подъездам. Дополнительный адрес открыли строители, дом 7А. Работы выполняются под контролем жителей, депутатского корпуса. В процессе мы встречаемся с жителями и снимаем все возникшие вопросы. Напомню, что до 1 сентября мы должны выполнить ремонт 93 подъездов в наших квартирных домах. На следующей неделе завершат создание пешеходных маршрутов в Юрлово, а в Химках продолжат обновление дорожного полотна. Не прекращаются работы в городском округе и по комплексному благоустройству, а также ремонту дворовых территорий. На этой неделе будут завершены полностью молодежный дом 54 сданы и Брехово, школьный 11-77. Также на этой неделе открываем новый адрес молодежный дом 68. Комплексное благоустройство дворовых территорий продолжается по 6 адресам. Работы выполняются в срок, даже с опережением графика. Параллельно в Химках продолжается установка камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» на детских площадках и вблизи контейнерных. На этой неделе работы проведут на улицах Совхозная, Планерная, Зеленая, Маяковского, Панфилова, Молодежная и Пожарского. На следующей неделе планируем установить и подключить к системе «Безопасный регион» 19 видеокамер. Среди частых обращений жителей – модернизация детских игровых площадок. В этом году специалисты Объединенного городского хозяйства отремонтировали 315 таких комплексов, устранили более 1000 дефектов. Поскольку замечаний очень много, опубликован контракт на ремонт детских игровых площадок со сроком окончания 30.08. Также в этом году будет модернизировано 17 детских игровых площадок. Продолжится на этой неделе и работы по содержанию и ремонту спортивных площадок. Продолжаем частичный ремонт покрытия, нанесение разметки, монтаж сетки и укрепление баскетбольных колец. Также на следующей неделе состоится и традиционная выездная администрация. Встреча пройдет в Подрезково. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.